Так, все, ладно, ребят, поехали. Оп, оп, это не то. Угу, во. Так, ну что, у нас игра началась. Релаксы против темпа в рамках ПДК. Это первая карта, счет 0-0. Ну и давайте сразу перейдем к Бонапикам. Общаемся, как обычно, в чате. Задавайте там какие-то вопросы, может быть, задел. если у вас есть они. Будем параллельно смотреть за игрой, ну и общаться. Пока, во всяком случае, идут Бонапики. Ребят, что касается розыгрыша, я разберусь. Разберусь обязательно и сделаю как надо. Вот, так что не волнуйтесь. Так, ну а тем временем релаксы у нас банят Эмбер Спирит. А там какие-то разговоры были про Хускара, я хрен знает, можно ли пикать Хускара или нельзя. По-моему, Хускара вроде не добавляли, хотя, может быть, вышел какой-то апдейт, и я просто чего-то не знаю. Сейчас мы посмотрим, не знаю, тут на каком-нибудь сайте. Да вроде никаких апдейтов не выходило. Если Добавили бы Хускаров C мод, он бы, наверное, все-таки появлялся в пиках, потому что сейчас он достаточно неплох. Не, он, конечно, не супер-мега имба, но и он неплохой герой. Можно брать иногда. Хотя бы, как минимум, испытать его. Забирает инвокера себе Темпа. Из команды Темпа я знаю только дотера с никнеймом Дитяра. Либо Дитяра, либо Дитяра. Не знаю, как он там правильно как правильно произносить дитя -ра. непонятно ну в общем он задар достаточно плотненький я давно его не видел кстати одно время помню в паблике очень часто вместе попадались он там зажигал неплохо нагу забирает релаксы это вот Заявочка либо на какую-то трухардную доту с очень-очень-очень жесткой терпа либо заявочка на ганги с нагой, потому что нага, если будет суббортище, то в принципе можно кабины разламывать только в путь. Дред? А я не знаю, ребят, Дреда, походу, нет. Либо он отсутствует, потому что либо он под фейком играет, либо его просто-напросто нет. В релаксах. Потому что сейчас вот вроде как... Резерв тайм Виндекс, И больше я не вижу здесь никого. Piece of еще играет какой-то. Карп. Карп это, я так понимаю, crazy. Ну, посмотрим, посмотрим. Думбрингер инвокер в пике. Дитя Солнца. Ну да, дитя солнца, либо дитяра просто. Такой, знаете, большой дитяра. Как дела? Да, вроде норм. Вроде норм. Открыл кучу сундуков, из них выпала одна на вингу. Легендарочка. Нормас, чё? Дубрингер, инвокер, дазл, лага Все, пошла профессиональная дота. Никаких непонятных леонов на харде с мекой. Причем второй мекой. После того, как я взял Абадон. А может мы тоже увидим две меки. А чё бы нет. Может быть это новая мета. Просто я не шарю в доте ничего. И поэтому не понял того парня. И репорт ему зря дал. 10 секунд to go. 5 секунд. А, дреда нет, но значит трюси отдыхает где-то. Его команда тут играет, а он отдыхать уехал. Вот так вот. Кидок. Верь после этого людям. но пошли у нас баны, Лекан. Кентавр, дисраптор. И вот еще надо что-то забанить. Может, кого то слардера? Кстати, мне кажется, слардера надо забанить. Иначе там можно его взять и с этой нагой, да, с слардером такие вообще вещи вытворять. Но они забанили Мирану. Потому что тоже нага плюс Мирана комба очень хорошая. Сегодня еще папчики будут. Ну, посмотрим, как долго эта игра будет длиться. По идее, по идее, будут, наверное. Не буду обещать. Но, скорее всего, будут. Просто вчера, например, я планировал тоже папчики покатать, но игра длилась там 3 часа почти, встреча. И поэтому я так подумал-подумал, что-то как-то не очень. А сегодня, ну, сегодня, во-первых, время суток более такое ранее. Так что, думаю, будет что-то. Ты все еще ходишь в тренажерный зал. Ну, не каждый день. Я вот буквально там, не знаю, месяца полтора-два назад Смотри. ходил чуть ли не каждый день. Сейчас поменьше. Ну, просто дома чем-нибудь можно еще позаниматься, не обязательно в зале. Вот. И что-то, походу, своим баном смутили немного темпо. Релакс, так как что-то прям очень долго думает Виндекс, что брать. Брать тут можно... Ну, вариантов на самом деле много. Я говорю, с тем же Слардером можно пойти просто в очень агрессивную доту и бить-бить, ломать кабины. Нага, Дазл, Слардер. Это такой дикий минус армор. Просто невероятно дикий минус армор. При этом Слардеру даже даггер не особо нужен, потому что есть слипнаги. Не, ну понятное дело, что даггер нужен на Слардере, тут без вариантов. Но я имею в виду то, что в некоторых ситуациях Слардеру даже даггер не придется юзать. Нага, если хорошо цапнет, то все. Приплыли ребята. Не знаю, что они думают. Бери Слардера иди ломай кабины. Думбрингер с нулем армора. Купит себе платмейл и толку не будет, потому что Слардер все равно этот армор в ноль вгонит. А то и даже не в ноль, а в минус. Акс. Х. Вот это сейчас вообще невероятно интересный ход, потому что Акс обычно пикается против Дазла. В попытке его законтрить этот герой что-то там в игре показывает. Но брать просто так Акса, это уже интересно. Очень интересно. Буду ли я на лан-финалах Старладера? Не знаю, ребят. Ну, блин, и на самом деле хочется сходить. Я думаю, ланфиналы финалы Старладера будут очень крутые. Не, я даже не думаю, я уверен в этом. Но проблема в том, что мест... место проведения опять э, арена. Там очень мало места. Не знаю, я не знаю. И хочется, и не хочется. Ну, в принципе, если бы нашлось 4 чувака. Мы бы сняли вместе диван, значит, и на пятерых, да, там. То есть я бы сходил. На диванчике там посидеть, посмотреть, норм. Но нужно четырех людей найти. И мне что-то так лень это делать, искать кого-то, с кем-то, да, там, что-то мутить, все эти диваны. Все те, с кем бы я мог пойти, они будут в этот день работать, как раз таки, в арене, да, то есть, люди-то люди вроде как есть, но они будут работать. И получается, что. А в соло заказывать себе стол целый диван, ну я не настолько богатый, чтобы мог себе такое позволить. Там что-то, по-моему, 850 гривен первые два дня, ну типа первый день 850, потом еще 850 на а потом 1250, третий ну, и четвертый 1250, то есть там грубо говоря, 4 к гривен выходит. Вот и типа, ну это не супер дорого, конечно, учитывая, что если это разделить на пятерых, то это нормально. Вполне нормально, я считаю. Но надо пятерых найти. У себя бы в городе я бы легко нашел. Хотя не, у меня в городе дотеров нет. Такое в общем. С незнакомыми идти неохота, знакомые все будут работать. И вот получается так, что я... А просто так туда идти в качестве типа... Э, просто посмотреть, нет. Ну, не знаю, посмотрим. Так, сладненько. Что тут у нас? Энчантрес, Виндрейнджер, релаксы, по-моему, что-то покурили и решили поиграть в доту после этого сразу. Еще не отошли, походу. Забанили Траксу. Как ни странно, Дроу Рейнджер чем-то смутило. Релакс. Хотя по мне так наоборот, учитывая какой у них пик, Дроу Рейнджер была бы вообще шикарно, если бы темпу их взяли. А может и нет. Потому что визаж, инвокер, эти же два героя вызывают ранжевых сумонов и типа Тракса дает им Дроу Рейнджер. Дает им дикий дэмэдж. И получается, что в принципе комба была бы реально адская. Решили эту комбу пресечь. Не, ну на самом деле грамотно, конечно, забанили. Ничего не скажешь. Дроу Рейнджер очень правильный бан. Тик-тик. О, максимум ДПС. Завтра запилим. Закачать. Закачать максимума ДПС. -а. Так. И что? Ну, взяли Вивера. Чё, ему нужен какой-то керри. Дроу Рейнджер не дали пикнуть. Не факт, конечно, что темпо собирались пикать Дроу Рейнджер, потому что сам по себе визаж как бы очень girl. хороший герой, и ему далеко нет там какой-то острой необходимости в том, чтобы его фамильяров кто-то бафал, да, типа Дроу Рейнджерки. Она... Этот герой сам по себе очень крут. А что касается инвокера, то тут примерно та же ситуация. Этот персонаж также очень силен, без каких-либо там бафов от тиммейтов, без аур. Так что давайте, давайте. Релаксируйте, товарищи. А команда релакс сейчас вряд ли будет релаксировать, она будет сейчас потеть. Потому что таким пиком, как по мне, выиграть будет практически нереально. Черт его знает, понабрали какой-то ерези. И вот с этой ерезью нужно будет как-то тащить. Ну тут пауза. Ну чё ж вы, ребятки-то? Вы ж вроде пикали. Виндекс вроде пикал-пикал, куда-то ушел. Билеты у него есть. Старладер сезон 7. О, ему хекс выпал. Хекс. Че за хрень? Что-то взрывается, типа эффект такой. <laughs> Лол. <laughs> такой интересный эффект. Ну что, посмотрим, кто у нас на ком играет. Чичло, значит, на аксе Рейтард. Э, Рейтард. Это как Рейтард, только Рейтард. На Дазле. Piece of Wind Ranger. Товарищ Карп. Это, наверное... Крейзи Нага, и в Index думает, 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 что-то не хочет он пикать своего героя. На ЦМ-ке Деон Вог, SC-47 Вивер, Антимейден, Антимайдан, лол, Антимейдан, только я мог так э, прочесть этот никнейм, Антимейдан, э, будет играть у нас Думом, Дитяра на Инвокере, и Содай, so Содай. So Визаджа. Когда будет GPM-шоу? Ребята, ну вы меня прям каждый день это спрашиваете. Ну почти каждый день. Не знаю. Вот когда студийка у нас будет, когда все сделаем, работаем, работаем над студией, тогда, наверное, GPM-шоу у нас будет чаще выходить, чем э -э, в данный момент есть. Просто пока что нет ни возможностей, ни времени, короче, очень много right, нюансов. Ну, в общем говоря, обещать я ничего, естественно, не буду, но будем надеяться, что получится, потому что мне самому нравится на самом деле ГПМ шоу, очень интересный такой проект, интересный он и зрителям и самому мне, поэтому попробуем его как-то mm -hmm. возродить. Побежали, побежали релаксы в чужой лес. В свой лес бегут темпо. Ну и, соответственно, мы можем увидеть какую-то драку, битву до выхода крипов. ПДРА. Два пятнадцать три акс. Только победа, только релакс. Лол. Ага. Ну, Вивер, тот герой, которого убить практически нереально, поэтому иди, чтобы дать разведку. Ну, слушайте, у Виндрейнджер, конечно, сет. Это типа сет, который из э, вот этой штуки выпадает. Ну-ка. Тут есть сет на Виндрейнджер? У меня на всех сет есть, из которых выпало... Походу на Винд сета нет Есть на Пака, Лайфстиллера, Биста А на Винд нет Да и хрен с ней Ну, судя по всему, это какой-то сет ну, Не могу сказать, что он круто смотрится Но, во всяком случае, я такой не видел Как минимум, нестандартный Восемь тангусов было Сейчас один съел Фласка, щечло Затарился максимально на регенерацию и будет он стоять против Думбрингера раз на раз. При этом он... Если бы он стоял на харде против Думбрингера, да, ну, тут Тут стоял либо они один на один, он бы мог зайти за тауэр и крепиться там. Ему бы было бы очень легко это делать за счет своего контрхеликса. Но на изилайне такое себе позволить он не может. Можно, конечно, прийти сюда, но это довольно опасная тема. Потому что, когда ты начнешь отступать, тебя могут там сзади прийти и нахлобучить. А Думбрингер с руки, кстати, наваливает Очень даже прилично Потому что у Акса-то всего единица арбора, Но у Акса природная регенерация очень хорошая А у Думбрингера Халявные гриты, да? То есть они тут вроде как Два персонажа друг друга нашли Оп. Крутится достаточно часто Шанс Ну, в принципе, вот этот э, Контр-Хеликс, его подняли на самом деле не слабо Учитывая, что он раньше максимальный дэмэдж был 100, по-моему, 60 или 170, сейчас 205. Там 30 с лихом дэмэджа прибавили. Очень даже неплохо. Потом там шанс... Не шанс раскрутиться, а кулдаун этой, по-моему, раскрутки был тоже достаточно большой, сделали меньше. И вполне вероятно, что этого Акса... Ой-ой-ой, проблемы! Ну это точно ФБ. Если бы нейтралы чуть раньше ударили... Но эти нейтралы не хотели агриться. Вивер делает ФБ. И вот этот трипла, которая была отправлена на топ, по факту себя не окупает уже. Забрали они визажа. Вивер продолжает нагнетать. Ой-ой-ой, ничего себе похилило. Ай, Вивер, Вивер! Не рассчитал свои силы. Очень жестко Тазл похилил. И там кучу демоджа нанесло. Не ожидали, походу, такого. Виндрейнджер под... Давай, тычку. И теперь еще как-то надо убежать. А Вивер отпускать не собирается. Есть шейкл шот. Попытается связать. Нет, даже не попытался. Съел тангус. Просто так умирает. Но на топе у нас экшена хоть отбавляй. Будем наблюдать, значит, за именно этой линией. зол на единицу все скиллы свои. What the fuck? А, кстати, звук. Лол. Да, мне, наверное, еще никто не написал уже. Нет, почему-то никто не написал о том, что я забыл включить звук. Может быть, кстати, в Dota TV билеты, насколько я знаю, есть. Да, вот, про Dota. Нет, не, вот он, да. Так что, покупайте билетики, кому хочется из Dota смотреть. Так, ну и на топе у нас продолжается веселуха. В миде снизу там не особо интересно. Хотя снизу Акс там ну, агрит на себя. Говорит, твой дроться. Дум проклятый. Дум рингеру на самом деле вообще чихать. Он на морозе тупо крипится. Вот, хорошо. Нашивает товарищ песов И еще одну тычку нужно сделать под Виндраном. Делает, ну же, ну же, Вижен не позволяет. С горем пополам делает тычку. Вивер не должен, по идее, отпускать. Колба, есть Грейв, Шейклшот хорошо связывает, Шукучи откатывает, и Вивер побежал, побежал, под Виндраном бежать, тангусы кушать, хилиться, жить. Есть один стик, сейчас если Шукучи нажмет, будет два стика, не, не будет два стика. И три, два, один. А! Ааа! -а -а! Хилится! Лол, он еще и. Ты протинешь что ты делаешь? Зачем ты дерешься? Хорошо! Хорошо. Тут у нас 27 на 2, здесь 15 на 3. С фейзами дитяра. Пока как и по крипам он отстает, как ни странно, причем практически в два раза. Что немножечко Странновато, потому что Нага тоже не имеет очень много урона с руки. Она не могла так жестко перединает, но, походу, она мешала. А Дитяра играет Квосовексовым инвокером. Это, наверное, самый противный герой, который может быть в МИДе. Квосовексовый инвокер. Дядька, у которого дикая регенерация, халявная, просто миллион хп в секунду. И при этом. Он. Может уйти в инвиз, бегает быстро, сам тебя харасит за счет колд снэпов, ману тебе может сбер. Короче, ужасно противный герой. Так, и здесь нападение на какое-то странное, на самом деле, нападение. Хотел забрать Акса в тупую с руки через землю, но такое дело не получилось. Еще буквально две тычки нет, одной хватило. С фейзами очень больно нав наваливает Виндрейнджер. Это килл. 6-3. Пока релаксы очень уверенно идут вперед тапок бота Лаквила. Рассредоточил своих иллюзий. Ага, понятно. Тут такое. Не пофармишь особо. Никакие иллюзии, они даже почему-то не бьют. Подтягивается сюда Enchantress. Хотят спушить линию. Тысяча голды тем временем есть у Акса. Щичло. Ну, по Нетворсу он даже опережает Дума. Все-таки его убили разок. Мало приятного. В миде. Ну, после покупки фейзов, инвокер уже начинает крепиться в разы лучше. Ну, и тут ему теперь нага точно никак не помешает. Начнет фармить. И, по сути, смотришь, разница по крипам буквально минуту назад была огромная. А сейчас... Ну, тут 38, тут 28, то есть на десяточку. И с каждой, я думаю, минутой разница не будет такой особо увеличиваться. Но с появлением, конечно, Радианса на этой наге разница как раз таки будет увеличиваться. Нага почему-то иллюзии свои отправила за Тауэр. Хотя, хотели, видать, они спушить, но вовремя подтянулся инвокер и не позволил это сделать. Нага пошла фармить дальше с дабл дэмэджем в бутыле. Есть слип. Без сетки играет пока Максит э, рептайт, ну и вторую параллельно. Ну, точнее, первую. Своих иллюзий. Нага без сетки, это не очень круто. Но здесь, в принципе, и комбинировать на самом деле нечего с этой сеткой. Там какие-то стрелы или что-то типа того. Торнадо, повесили дум, колд снэпы, ЕМП. Но тут без шансов для Акса, прям не пожалели ничего и по сути инвокер он еще себе восстановил немного маны плюс есть СМ-очка с аурой и инвокер спокойно возвращается на линию причем он возвращается как мы видим не вот так вот да что было бы быстрее он возвращается через сейвовый путь <laughs> чего боится непонятно трое на топе его что-то много может поймать убить ну maybe Угу. Сгорела Мана или он отошел Вроде не сгорела Потому что если бы она сгорела Тут наверное ничего бы не осталось Векс уже хорошо прокачаны Пошел в лес Передумал Ну а на топе у нас продолжается Давка Линию хотят спушить И по идее тут надо Уже до конца гейминг так, воротовать не хотят. ХП осталось буквально 78 и отступают. Там гриф это нет, лол, ребятки. Можно было бы навалиться каждому по тычке и... Да. Но все-таки отдали. Пам. И... Теперь... А, колдснэпы. Ну все, понятно, тут, конечно, тоже без шансов. Пришел очень вовремя инвокер. Вот такие перетяжки мидеров на помощь, они очень сильно решают. Потому что э, ты стоишь вроде трипла на триплу. Потом раз, к тебе приходит соло-герой, который э, просто-напросто вводит дисбаланс в вашу, на вашу линию. А Нага себе такого позволить не может. Нага формит. Нага будет, будет делать радианс. И, как по мне, вот такой инвокер это идеальный вариант. Он и вниз пошел, сбегал за гангл, и вверх пришел за гангл. Все. Плюс они тавер задинали. Медас на вивере есть. Темпа... В данный момент темпа делают все практически идеально. Это так, с течением времени будет все более и более никакущий. Он в данный момент-то непонятно вообще зачем нужен. Что он будет делать в этой игре? Агрить на себя дума? какой-то очень странный пик Акса. Может быть, они думали, что взяв Акса, получится Думбрингера загнобить на линии, но Думбрингера Акс, вроде, насколько я знаю, гнобить особо не может. Без, кстати, Батлхангера. Такой версутовский вариант. Я, когда играю Аксом, тоже Батлхангер не качаю. Не очень люблю этот скилл. Хоть и многие... Многие говорят, мол, Фигней страдаю, надо качать. Очень крутой скилл. Ну, я как бы согласен, хороший скилл. Вот такое. Мне больше нравится первый. Ну, пошла у нас все-таки горелка. Она, как минимум, муфспид дает. Только ради этого можно изучать этот скилл. Ну, тут Нага выиграет, я бы не был так уверен. Потому что тут вивер есть, который тоже может сплитить. И у которого есть медас. начинают... Точнее, продолжают свой пуш, но уже на другой линии. Делает торчит Рейнджер Есть Обливион. Верка с руки сейчас очень больно впендюривает. Бам. Хорошая такая качественная тычечка. Батлханкер мне показалось, или он... Что это было? Торнадо ЕМП. Ох, тут Тенча, конечно, приехала. Минус. Акс получает дом, пытается убежать Виндрейнджер, но там колба, колд Снеп и вешается Грейв, окей. Виндрейнджер дерется до последнего дитяра, делает тычку и бежать, бежать, Кентавр добьет, лол. Если Кентавр добьет, это будет такой провал, одна тычка, вторую, колба. Вторую тычку дать не, не получилось. И вот она, Нага, стоит и фармит. И Вивер стоит и фармит. Но при этом э, темпо выигрывает файт с Салатино. Потому что снизу был мидер. Виндрейнджер, она как бы вроде по айтемам примерно как Вивер. Нетворс у нее... Хотя не, Нетворс у нее пониже. Но в любом случае, от Рейнджер пользы было бы в, пользы в разы меньше, чем от э, Инвокера. Минус. Очень мало хп осталось у Акса. Но выживают. Сделали килыч и убежали. Вивер подтянулся. Не знаю, что ему тут... Видать, скучно стало на линии. Решил немножко... Да, собрали все-таки с шипучей. Решил немножечко разнообразия в свою игру привнести, погангать. А чё бы нет? Правильно? Зачем сидеть на топе, когда можно фармить врага? У него пока получается. Ну, транквилы выкладывать относительно недавно начали. Но это вообще такая штука, за это можно и поплатиться. Radiant Многие приходят и воруют эти транквилы. Поэтому такое. Вроде как абуз, а и вроде как и рисковый абуз. За такое можно и как бы поплатиться. Тысячу с лихом голды. Профукать. Неприятно. Побежали, побежали. Нужно выгнать из своего леса темпо. Они уж прям совсем обнаглели. Агар. Poison touch. И таймлапс успеет. Да, успевает последнюю секунду. Пауэршот не туда. Но все равно дэмэджа хватило. Даже до вторых шукучей не дожил. Тут, конечно, урона очень много. Виверочек. Есть медас, да? Есть скролл. Но перетянись ты на топ. Зачем ты фармишь у противника под носом? Не ожидали, видать, дагер на аксе. А он его купил. Молодец. Не достает. Вот теперь достает. Хорош. Прыгнул за агрел. И дерутся, дерутся. Акс получает дум. И умирает. Да, тут его уже не спасти. Если только инча хил включит. Поздно догадались. Дазл не похилил. Инча включает хил, но очень Долго при этом надо было подумать, а уж потом включить, и в итоге еще инча погибает. Релакс, и делают такую ерунду, что просто ужасть. Ужасть! Вивер уже 11 -ый. Линка, такими темпами у него уже скоро будет. С руки он наваливает больно. Пассивка и шукучи И Сейчас он с формой промаксит, и тупо за счет своих скиллов будет давить очень больно. Я уж не говорю про, про то, что down, и айтемы. Сейчас, вот доделав линку, там тизолятор сделать будет просто на изи. Ждет. Оп. Лол. Рецепт Радианса купил. Вот он покупает сакрет. Ну и в общем-то, в общем-то, в общем-то, в общем-то. Нага, конечно, может затащить. Видели мы таких наг, которые тащат дотку. Ну и затишье у нас на карте. Давайте глянем на графики, что они показывают. Так, ну почти 4000. Угу. И пошли убивать. Окай, посмотрим, будет ли какое-то сопротивление. Ладно, у нас стало в Киеве, черт его знает, что с погодой, обычно в это время года наоборот. Не знаешь, куда себя деть от жары. А тут хрен там было. Так, ну что, забрали Рошана без каких-либо особых сопротивлений. Аегис у Думбрингера. С Шадоу Блейдом. Даже Виверу не стали отдавать этот Аегис. Вивер, в принципе... Он такой, дядька, решил немножко пофидить. Но с другой стороны, да, теперь-то он на изи лайне. Просто если твои оппоненты не помешали убить Рошана, то значит они где-то на топе пытаются что-то делать. И надо как-то это читать. Пытаться доджить подобные ганги. Торнадо не попадает. Тут, так скажем, э, ну, мое личное мнение, время, времени до конца игры осталось не так много. Ровно столько, сколько потребуется Виверу для покупки кизолятора. Нага, она. Ну, может быть, нага и затащит. Я не очень верю, но скоро у нее, конечно, уже будет радик. А здесь Линкин что-то как-то начинает потихонечку уже запаздывать. Долговато-долговато. Так, ага. Понял, что центричник. Шейкал не связывает. Что будет драка? Неплохо, да? Так иллюзия подошла, зафармила. И рецепт радика сейчас долетит. Ну, может быть, может быть, я зря хороню релакс. Вполне вероятно, что эти ребята еще выиграют. Потому что Нага довольно быстрый радик нафармила. Инвокер имеет только форс и фейзы. 1900 на кармане. Ох, двух суппортов цепануло. А толку... Блоу. Просто минус мана. Все. А у инвокера минус кабина. Форс он пожалел. И в итоге попал на пауэршот. Не знаю, каким чудом вообще его тут умудрилось ВРК убить, но как-то она его убила. Виндрейнджер тоже до сих пор без Орчида. То есть по айтемам проседают релаксы достаточно серьезно. У них только Нага имеет шмотки Вивер. И за это таймлапс дерется, дерется до конца гейминг. Ну там Грейф, и, понятное дело, надо уходить. Дум. Повесил ульту. С дабл демеджем забирает тупо Тауэр, я понял. <laughs> tower Его цель была тауэр. 1600 голды. У него мека есть еще. Ну, не знаю, мне не очень верится в победу. Релакс. У темпа все настолько хорошо, что эти товарищи должны, по-моему, сейчас на язычах раскатывать. Ого, какое название курьера интересное! Твой батя! Науш, науш, науш. Две пятьсот у дума. Медленно, но верно в Хекс, конечно, выходит инвокер. Ну, конечно, надо ему уже побольше иметь нетворс. 6400 как-то не солидно для инвокера. Ничего. Финтрейнджер уже почти с Тоже пора бы, пора бы доделать. То что-то тухленькая вр -очка. Тут Блэдмейлы. Ну, 5 торнадо ЕМП. И походу инчант распреплыла. Ну, блин, настолько ее легко убивает, при этом, по сути-то, даже особо не напрягались. Нажали две кнопки, один герой нажал две кнопки, и одну кнопку нажал еще один герой. Все. Инчап. Как будто ее там и не было. Даже стики не смогла прожать. Прыгает Акс! Хорошо прыгает Акс! Убивает Думбрингером, там есть Аеги с шейкалом связала эмочку она уходит нага размножается и дум сидит под блейдом ждет кого бы цепануть сразу повесили дум нага не ну нага тут никак не уходит если ее только опять же энчантерс не отхилит из дазл так так живи ставится пауза что такое Sorry, ребят, отвлекся немного. Damn. раз уже тут скоро будет у Думбрингера. Ну, этот дядька будет втанковывать э и приносить очень много пользы. А виверочек уже потихоньку в дезолятор выходит. Посмотрим, что у Наги. Тревела появились. Ну все, Нага достигла, так скажем, своего апогея по ГПМу. Ей уже надо фармить, 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 фармить и делать именно шмотки, которые будут позволять драться с, с противником, иначе Зачем вообще нужна эта нага? Виндрейнджер с Орчидом. Макс пока ничего нового. Тут у нас э, до Хекса еще Гуго сколько фармить. Так, союзался с такими Медас я уж думал. Забыл Вивер. И побежали куда-то темпа. Хотят что-то где-то... Где-то напакостить втроем. Инвокер в миде. В миде инвокера, походу, тоже попытаются принять. Вот сейчас он, инвокер, начинает наглеть. Да, зло быстренько убивают. Шейкл связал, Думбрингера у Дума маны нет. Даже на Меку у него и стики отсутствуют. То есть, по сути... Ох, опять шикарно врывается Акс, юзает ультимейт. Вот этому товарищу тоже по голове разве нет? Акс слишком далеко убегает, прям какой-то ультра-мега-трус. Забрали визажа. Должны забрать, по идее, Дума. Ох, связала Дума, связала. И просто-напросто Радианс его должен сжечь. Давай, 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 да. Так оно и есть. Это минус 4 жих. Остается только один вивер. Таймлапс. И то не факт, что уйдет. Может быть, еще цапнут. Он сам хочет цапнуть. Пол, иллюзии убивает. Это самое нелепое, что можно было придумать в данной ситуации. И вивер, если умрет, это будет такой рофл. Сон. Он его не загрел. Пауэршот мимо. Батлхангер. От, от, от. Он шукучами Батлхангер себя сбил или это Линкин? Не, по-моему, он шукучами задамажил кого-то и убил. Шкет, шкет, Радианс, шкет. Какая же нага быстрая-то, а? И сейчас шальной пауэршот. И все из-за чертовых иллюзий. При этом, если бы еще не тупили релаксы, они бы убили гораздо быстрее. Не, ну, темпо... Странные, странные, конечно, дотеры. Очень странные. Прям ультра странные, я бы сказал. Пам-пам, он крутится. Иногда, конечно, Акс прям по кулдауну раз 20 крутанется, и думаешь, вот если бы он так часто крутился, наверное, был бы самый читерный герой. По сути, это шанс не маленький, и урона немало. медалька, поинт Так, какого-то гем или что такое? А, да, гем. Нага Ривер. Гем ей подарили. Но с появлением Тараски Нага станет очень и очень опасна. Она уже очень опасна, так она еще будет толстая. То есть ее её... устранить будет тяжко. Что-то темпы посыпались. А ведь так все у них хорошо шло. Не знаю, вот этот Вивер отдался на ровном месте. Все остальное тоже как-то вроде Темпа сами напали, убили быстро Дазла А потом Что-то они на своей территории, видать, не смогли Грамотно подраться Так, куда-то у нас вылетает Индекс, походу Лоу ФФС, я понял Либо дотку перезапустить Либо здесь зареконектиться Вполне вероятно, что поможет 400 пинг, это еще у кого ну а -а -а -а. Папам. Лол, ну это у кого-то из опсов Такой пинг 400 Приват рошан Виндекс на месте. Так, ну глянем пока еще разок на экономику. Ну, тут не очень большая разница, на самом деле, для 26-й минуты, но все же оно чувствуется. Только проблема в том, что как-то темпо криво реализует свое преимущество. Почему-то они проигрывают файты, чего, в принципе, быть не должно. Как минимум на таком этапе игры они под Акса подставляются очень жестко. Как ни странно, Акс, он чем-то, знаете, похож на Шейкера. Не в плане как герой, да, а в плане того, что... Помните, были времена, когда ну, про ульт Шейкера мало кто чего знал. И какой-нибудь чувак на этом герое терпит, 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 покупает даггер. И потом резко так врывается в какой-нибудь файт. И уничтожает всю вражескую команду. И все-таки сидят, а он же суппорт, как так это вышло. И такое можно было увидеть достаточно часто. Потом уже люди привыкли, что Шейкер может соло просто развалить всю вражескую команду, если они тупо будут стоять вместе. И рассредотачивались, и играли грамотно. Сейчас вот против Акса э, Темпо допускает примерно ту же ошибку. Они не стоят как-то грамотно, позиции выбирают кривые. В итоге Акс врывается в троих. При том, что его Агр имеет АОЕ, ну не такое уж и огромное, чтобы агрить прям так много народу. Но, тем не менее, он умудряется троих на себя стянуть. Думбрингера сейчас тоже легко убивают. Кераса, Мека, вроде достаточно толстый, но. Территория, как бы, совсем не безопасная. Здесь уже близится Хекс. Дитяра перестал фармить. 124 крипа это, конечно, печаль полнейшая. Такой инвокер вряд ли будет цениться. Ну и в принципе, этот инвокер, кроме торнадо и МП, ничего больше и не делает. Это печаль, конечно, полная. Такой инвокер полностью бесполезен. У него пока нет ни экзортов, ничего. Квасы, вексы. Прям странно, даже немного. Нахрена ему вообще книга на 3, вот у меня вопрос. Ну, типа толку от этой книги на 3, если ты. один фиг. О, имеешь только пару скиллов. Дал торнадо ЕМП, переключился на квас и все. О, на колдснэп и все. Ну, потом, конечно, желательно еще переключиться на какой-то инвиз, но. Короче, бред. Эта книга, она. 22 секунды имеет кулдаун на первом левеле 17 кулдаун второго 12 третьего То есть по сути ты ее на единицу изучил И в ситуации с дитярой Тут нафиг не надо ее брать еще на два раза Тебе 22 секунд будет просто за глаза Потому что если у тебя нет экзортов То тебе Бессмысленно иметь Три раза книгу Тарасочку себе делает тем временем Нага ну да, бессмысленно, потому что когда у тебя торнадо имеет кулдаун 30 секунд, ЕМП имеет 30 секунд, а книга имеет кулдаун 12 секунд, смысл от этой книги? Ну переключишься ты на эти торнадо, что толку от этого? Ты же заюзать их не сможешь, только один раз. Поэтому бессмысленно. Логика полностью отсутствует. Темпу опять забирает Рошана. В прошлый раз они забрали Рошана, имели преимущество, но что-то как-то не особо это им помогло. Посмотрим, как сейчас будет. Вивер опять спи за Егиса. Опять этот аегиса отдали Думбрингеру. Как-то странно. Такое ощущение, что Думбрингер у них такой, знаете... Головарь банды. То есть вот... Ну, он типа капитан команды, я так понимаю. Но в любом случае а если бы он был суппортом, он бы тоже Аегиса забирал? То есть не отдавать Аегис Виверу это очень глупо, потому что Вивер с Аегисом может себе позволить очень наглые мувы, которые он себе не может позволить без Аегиса. А если Вивер может себе позволить наглые мувы, это означает, что он забегает просто к противнику и начинает его там расстреливать, учитывая, что у него есть Линкин, Таймлапс, да, и Шукучи, он очень и очень трудно убиваемый. Но если у тебя нет Аегиса, то ты можешь просто-напросто... Ну, во-первых, ты не будешь так в себе уверен, и твоя игра будет в разы хуже. А во-вторых, ты просто-напросто рискуешь очень сильно без Аегиса. А Думбрингер с Аегисом, ну, черт его знает. Он одну кнопку нажал, дал левел Death, все. Дальше танку, если тебя будут бить, это круто. mid towers coming apart the Dyer best do something about that bottom tower Radiance mid tower ain't doing so good guess what's happening to Dyer's bottom tower Dyer's bottom towers getting the business ox so, what Axe, ox Axe Axe attacks Опа! Шейкл шот. Блэдмейлы очень грамотно прожаты. Тут, конечно, ничего не скажешь. Торнадо ЕМП. Маны нема. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, ребята. Что-то явно пошло не так. Юзается слип. Надо избавиться от этих свормов. Не отпускает до последнего. Больно, очень больно Аксу. Вешается Грейв. Вивер пошел, пошел. Сейчас буквально надо тычку одну сделать, чтобы... Ну, что-то как-то Акса добивать не собираются. И Вивер Viver... забегает слишком далеко. Но у Вивера нет Аегиса, не забываем. Минус. Торнадо. Да, этого тоже заберут. Тут без шансов вообще Шейкл. Связал. Пауэршот. Забрали Вивера. А где Аегис? Аегис у нас у Думбрингера. Все правильно. Сейчас Думбрингер умрет. Оп! Не успел по голове дать. Ай-яй-яй! Хорош! Выбили гем. Домбрингер. Орчет Сеточка. И давай его разваливать. Ну, вот так вот. А Вивер ни таймлапс не нажал, ничего. То есть, вот по факту, дай Виверу этот Аегис, он бы сейчас еще воскресился и, может быть, кабины развалил. Ну, либо, как минимум, выжил бы в отличие от Дума, которому Аегис вообще полностью бесполезен. Его тупо никто не трогает, и все. Пока, так скажем, не развалят всех остальных. Зачем бить этого Дума? Потому что он при любых раскладах, как ни крути, у него Кираса Мека, он сможет ультануть. Его инстакил на нем сделать нереально. Тараска появляется у нас у Акса. Очень криво отыгрывает темпо. Ух, фамильерчики. 200 голды срубил. Ну, с Тараской теперь щечло будет от, от, просто отваливать лица. Отрывать лица. Отваливать тоже норм. Виндран это ТПА, Так, ребят, секундочку. Сори, кое-что забыл сделать. Так, ну что, пойдут они в пуш? По идее, с Аксом, у которого есть Тараска. Вот сейчас они попытаются, скорее всего, цепануть. Но оба с инвизами. Такие неприятные, на самом деле, герои. Вот реально. Темпо. Вроде как можно загангать, а они просто уходят в инвиз и уже хрен поймаешь. И один, и второй, и третий. Одни инвизеры. Инвизеры-фантазеры. А тут тарасочники. НЧА с поинтбустером. Может быть, появится что-то типа Аганима, но это Энчантерс вряд ли сможет купить, потому что Нага веселее сфармит своими иллюзиями. Шесть, Но там иллюзия... Которая с Тараской Ее вообще нереально убить Надо тратить всякие соло самшины И так далее Дэмэджа не хватает Без скиллов М -м, 3000 Ну единственная надежда это на Вивера Тут больше у темпа надежды нет если вы Вивер нафармит себе 6 слотов и сможет затащить, эм, то только так. И то, просто тут такие тоже герои, против которых этот Вивер не очень силен. Баттлхангер. Oh, Интересно, конечно, придумал чуть Эх, но почти, почти. Сетка, там есть Линкен, сон будет. Да. Оп, 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 разорвали. Акс еще столько раз крутанулся, как будто его там, не знаю, человек 20, знаете, избивало. И он так крутился. Ужас какой-то. 2217 И единственный герой, который может затащить эту катку Только что был убит Кристаллис себе делает вивер Импетус залетает больно Но тут все в кулдауне, да и маны нема Манта появилась у Наги Думбрингер 4400 Вот что будет делать дом? Что ему здесь было бы выгодно делать? Даже непонятно. Какую-то Шиву? Шива на самом деле была бы неплохо. Тут уже на хайграунд заходят. У Наги все равно нет маны. Не пофиг. Под фокус файром спокойно. Ну добить лол, ну. Пару топ, тычек сделать. И Тауэр не динает самое, что интересное. Уходит под инвиз. Акс э, пошел дефить топ. У него 3500 Какие-то все богатые. Да жути. Надо Мелнир кому-то делать. Он Акс может, Мелнир себе купит? Ага. птица визаж птица вивер <с ris> у него же тоже крылья есть что тоже птица <с> ох акс тут нормально пофармил Uh, поймали визажика, Poison touch Вешается батлхангер Но разорвали дазла На тряпочке Инвокер Нагу убили, выбили гем Ай-яй-яй И Писовщит щит тоже умирает Слушайте, а там еще и Рошан скоро появится, да? Ого Ого, что-то пошло не так Виверочка не зафокусили, а виверочек-то выписывает дэмэдж нереальный. И игруля пошла под откос. Да и у Наги маны не было. В этом узком проходе торнадо ЕМП. Все, все герои остаются без маны. И драться очень сложно. И темпа... Темпа имеет возможность... Они до сих пор, кстати, по золоту не проигрывают. Хоть и по игре вроде как файты последние лузали. Но, тем не менее... Торнадо. Опять не цапнула. Ну что, пошли теперь сами в пуш. Нага в случае чего байбек имеет. Но они даже не пытаются заставить байбекнуться, пойдут на Рошана, а Рошана тут нет. Вот так вот. Рошика нема. А, они не на Рошика, они еще один тауэр хотят забрать. Виверу Дейдалус надо, плюс на байбек накопить. А, у него Дейдалос уже есть И байбек тоже имеется Ну, хорош Кто тут у нас? Акс До этого Акс прыгал за Вивером Теперь что-то как-то Акс передумал прыгать за этим Вивером Вообще, на самом деле, Акс может развалить Вивера Даже сейчас Потому что там Блэдмейлы есть С таким демеджем, Если Акс прыгнет за Агрит И Вивер его будет бить под Блэдмейлами Там даже ульта не понадобится Вивер сам себя убьет Настолько быстро, что пипец Притом, ну, типа, когда Акс врубает Агар, да, и подрубает Блэдмейлы, то его из-за того, что там плюс 40 армора, мало пробивают. Но у Вивера Дамакс сейчас настолько жуткий, что даже с ракетом армора Акса пробивать будут. Ну и немного игра подуспокоилась, хотя, я думаю, сейчас начнется как раз-таки самая жара. Нага поняла, что тут надо продолжать фармить и, в общем-то, этим и занимается. Делает себе диффуза. Ну, как по мне, лимит Наги ограничен слотами. Это проблема ее. А учитывая, что Нага она чем-то похожа, знаете, на Фуриона. У Фуриона нет ни одной пассивки, нет ни одного скилла, который в лейте давал бы возможность этому герою очень много бить, да? Много ДПСить. Но у него есть скиллы, которые ему позволяют фармить очень много. Телепорт, мобильность дает, да? И тем самым можно кучу бабла себе делать. Плюс ультимейт. Так, ага. Разорвали на части. Так вот, а у Наги есть иллюзии. С приобретением радианса эти иллюзии приносят тебе огромный доход. Но в лейте ты один фиг не намного сильней. А, ну, в принципе. Так, а что тут у нас происходит? Тут у нас дитяра подстрелял, Как же его расстреливает ВРК под виндром. Хорошо! Под фаером. Подрубил виндран и догнал. Акс запрыгивает шикарно. Фамильяров разорвало на части. Дум под сеткой, никуда пойти не может. Тараска, Кираса. Интересно, а вот если они сейчас будут убивать Рошана, снова Дум возьмет Аегиса? Или все-таки в этот раз они догадаются отдать этот Аегис Виверу? Снова сетка. Подтягивается Акс, агрит на себя, подрубает Блэдмейлы. Больно. Думбрингер на самом деле не особо их ощущает. Просто чихал на все происходящее. А вот сейчас что-то как-то ХП начинает кончаться. Радианс поджигает, и Думбрингера все-таки убили. Визаж. Сетка есть. Ну, тут диффузами, я думаю, замедлят. Прыгает Акс. Пауэршот. Аксу достается фраг еще. У Акса 5000. Найс. А, кстати, он давно уже бегает с большим количеством денег, и поэтому... Ничего удивительного, что у него 5 косарей, Мелнир себе делает, еще 1700 остается. Вот теперь Акс еще и с руки будет нашпиговывать немало, плюс молнии будут дамажить. Хексу ВР. -ки. Очередной такой небольшой камбэк. ВРК -ка под фокус фаером. Ну, 170 урона. Так то. Ковыряют, ковыряют. Всей семьей. Давай, 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 давай. Как же долго они его убивают, просто жесть. Торнадо. Но юзается слип, тот еще сыр валяется. Но в этот раз с все-таки убили релаксы. И не зря подошел сюда. Крейзи, если бы не подошел. Инвокер мог бы попытаться своровать. Вообще это рисковый был бы ход с его стороны. Потому что он бы потратил форс для того, чтобы туда попасть, да, и попытаться Таегис Егис скамунякать. Если бы он не скамунякал Егис, его бы убили. А если бы даже своровал Егис, то, скорее всего, его убили бы просто два раза, и все. Игл Вивер идет в Баттерфляй. Самое прикольное, что тут МКБ никто покупать не будет. Ну, разве что ВРК. Мистик Неплохо. Тут у нас Гладмейл и Даггер, Мелнир и Тревела. Шикардос. Ну, если во всех играх, конечно, получалось так аксом фармить, то, в принципе, вполне себе неплохой герой, потому что его агар, чем дальше, тем он, наверное, страшней. Три секунды дизейбла, это реально много, причем ауешного дизейбла, Somebody который пробивает даже БКБ. Это реально круто. Дитяра. Дитяра и так бегает на хосте, он еще и руну забрал. Куда ему? Да, то теперь он с красной ленточкой. Так. Торнадо было потрачено. Сетка на Дума. Импетусы. ЦМ-очка юзает ультимейт. цм минус. Акс. Ну, тут валяется гем. Думбрингера Дум Doom вешает ульту, но, по-моему, это очень кривой ультимейт. На Акса решили повесить, чтобы, походу, не инициировал. Ну они тупо начинают ломать бараки. Кто-то ранжевой, кто-то миличный, кто-то вообще крипов бьет. Так, сломали, окай. Ну, один лайн сломали, это ерунда. То, что вивера нет, я что-то, кстати, не заметил, как убили вивера. Походу, там был такой резкий ганг. И вот за один ганг резкий, в общем-то, и падает все. А на байбек не хватает полтинника. Как сейчас, наверное, обидно этому парню на вивере. Мне аж прям его жаль. Реально, 50 сраных колды Добей да, там какого-то где-то крипа одного, да? И у тебя будет байбек. Еще 30 секунд без него. Второй лайн профукали. Но сейчас тиммейты поумирают. Да, это ГГ. Байбекается Дум. Инвокер байбекается. Виверу по-прежнему не хватает на байбек. И эти 25 секунд тиммейты могут просто не продержаться. Даже при том, что было потрачено куча байбеков. Прыгает. Акс, шик карнейшим образом прыгает, ну и после этого, в общем-то, как детей разваливают, подставляются под Акса. Я же говорил, просто непривычно играть. На самом деле Акс не настолько крут, как сейчас вот продемонстрировали его Релаксы. Вышел Вивер и тут же ушел. ГГ. Ну что, первую карту все-таки Релаксы оформляют. Осталось им теперь выиграть вторую карту. Ну а ребятам из Темпо, если они хотят выиграть в этой встрече, нужно выиграть, соответственно, две карты подряд. Так, ставим 1-0. Ну что, пока небольшой, ребят, перерыв. Никуда не разбегайтесь. Я буквально подключу музычку там на минутку, на две.